Factor. Руку убери. Это познавательное шоу «Хорошо». С вами я, Харабала. И мы начинаем. Сегодня у меня в гостях Шолдыбаев Алмаз. Он у нас левша и однолюб. Все свои левые движники делает только по левой бровке поля. В свои 21 он успел стать лучшим игроком турнира среди вузов Астаны. Алмаз – уроженец Петропавловска и просто красавчик-казгюшник. 121, 122, 123, 124, 125. Все, Алмаз, хватит. Подойди, пожалуйста. Я знаю, ты знаешь, твои друзья знают, что ты хороший футболист. Давай докажем казгюшникам, что ты один из лучших. Его первая задача – попасть с центра поля в перекладину. Поехали! Следующая задача у Алмаза – с центра поля забить нерабочей ногой. Смотрим! А следующая задача у Алмаза. Не буду говорить, сами смотрите. Алмаз подтвердил статус лучшего футболиста Казгю. Рахмет, Алмаз. Хорошо. А теперь музыкальная пауза. Пойдем в сал покатаем. Она любила хамстер в обед, азанмен, лестница и турникет. Она хотела жить без проблем, но пробки в Меке ее брали в плен. Учеба 24 часа, и даже в окнах занята она. Но все же бодрая вечно она, ведь она казгюшница. Я нахожусь в столовой университета, и рядом со мной администратор столовой Наргиз. Здравствуйте, Наргиз. Я студент этого вуза, и получается, сегодня я забыл карту, деньги все там, и хочется кушать. Хотел бы предложить вам бартер. Бартер – форма безналичного расчета, при котором каждая сторона выступает одновременно продавцом и покупателем, то есть это товарный обмен. Сегодня я работаю у вас как полноценный сотрудник столовой и взамен получаю покушать. Вы не против? Нет, конечно, не против. Мы всегда готовы поддержать наших студентов. Поехали! Жақсы келсе құт болар, жаман келсе жұт болар. Жолаушымыз біздеген, асыл мора іздеген. Дастархан, ау дастархан, мерекелі дастархан, мерекелі дастархан, о. Дастархан, ау дастархан, мерекелі дастархан. Айналайын, ағайын. Тот, кто делает, лучше того, кто ничего не делает. Қуанышым көп болса, жақсы келсе құт болар, жаман келсе жұт болар. Жолаушымыз біздеген асыл мұра. Уважаемые зрители, есть хорошая казахская пословица «Имбиги цингирмбей, то я дахарнынг тилембей». В связи с этим хочу вам сказать, что все возможно. Делайте, дерзайте, совершенствуйтесь, и все будет хорошо. С вами я, Нани Куспанов, и это «Хорошо». А я свой обед буду отрабатывать.